Как сектор ветряных турбин решает проблему непостоянства ветра? Евроньюс передает. В прошлом году в некоторых районах северо-западной Европы наблюдалась самая низкая среднегодовая скорость ветра с 1979 года. Одновременно в Восточном Средиземноморье ветры достигали скорости, превышающей среднестатистическую. Специалисты годами наблюдают за ветром, прежде чем решить, какой участок выбрать для строительства турбин. С учетом всех параметров, одним из таких участков в Европе стала протяженная долина в Испанской Андалузии. Ветрогенератор настроен на то, чтобы ловить доминирующие потоки, а лопасти мы крепим с таким шагом, чтобы оптимизировать выработку электроэнергии. Турбины здесь крутятся уже 20 лет. Специалисты знают, что новым ветрякам придется подстраиваться под новые условия. На фоне глобального потепления климата ветра становятся более изменчивыми. В управлении компании Iberdrola находится 284 ветряных электростанции по всему миру. Ей необходимы данные о динамике климата, чтобы убедиться, что подконтрольные ей парки находятся в оптимальных точках прохода воздушных потоков. В безветренные периоды специалисты проводят техническое обслуживание турбин. В планах команды – освоение и других возобновляемых источников энергии. Хакеры создали программу-вымогателя, которая заставляет жертв заниматься благотворительностью, информирует Economic Times. Компания по кибербезопасности CloudSec, занимающаяся мониторингом цифровых рисков, обнаружила новую программу-вымогателя, которая заставляет жертв отдавать одежду бездомным, кормить детей из малоимущих семей в кафе и отправлять деньги тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи, но не может себе этого позволить. После заражения Goodwill шифрует документы, фотографии, видео, базу данных и другие важные файлы на компьютере и делает их недоступными без ключа дешифрования, говорится в статье. Чтобы получить ключ, жертва должна выполнить необходимые действия, предоставить подтверждение этому и выложить пост в соцсетях. Издание отмечает, если вся предоставленная информация оказывается подлинной, то хакеры делятся полным набором для дешифрования, который включает основной инструмент дешифрования, файл паролей и видеоурок о том, как восстановить все важные файлы. Впервые Goodwill обнаружили в марте 2022 года. С апреля хакерская группировка интересуется правоохранительные органы Индии. По их версии, за организацией стоят хакеры из КНДР. Компания Dyson анонсировала создание роботов, которые будут помогать людям по дому, сообщает издание Guardian. Инженеры корпорации представили прототип роботов, способных заниматься автоматической уборкой и помогать людям в домашних делах. В линейку умных машин входят аппараты, которые с помощью манипуляторов готовы выполнять различные задания и рутинную работу. В качестве примера специалисты Dyson показали устройство, имеющее роботизированную руку с насадкой-пылесосом для очистки мебели. Другой похожий робот имеет манипулятор с мягким захватом, с помощью которого он может перемещать и раскладывать посуду. Также машина способна собирать мелкие предметы по дому, например, детские игрушки. По оценке инженеров, Dyson может запустить готовые образцы роботов в продажу к 2030 году. Компания объявила о найме 250 инженеров-робототехников, специализирующихся на технологиях в области компьютерного зрения и машинного обучения, сообщается в материале. В течение следующих 5 лет корпорация намерена взять на работу еще не менее 700 сотрудников. На развитие новых технологий в 2022 году будет выделено около 750 миллионов долларов, отмечает Guardian. В университете Миссури выявили препарат, способный омолодить старых мышей. Специалисты медицинской школы университета Миссури выяснили, что эмпоглифлазин, одобренное Минздравом США лекарство для снижения уровня сахара в крови у взрослых с диабетом второго типа, уменьшает дисфункцию кровеносных сосудов, связанную со старением. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Gira Science. Исследователи изучили роль старения в функционировании и увеличении жесткости кровеносных сосудов человека. Они сравнили эти показатели у 18 молодых людей в возрасте 25 лет с 18 пациентами, средний возраст которых составлял 61 год. Оказалось, у пожилых нарушалась функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, и увеличивалась жесткость аорты. Затем специалисты оценили, как препарат эмпоглифлазин улучшал функцию кровеносных сосудов и уменьшал жесткость артерий у старых самцов мышей, пишет о научной работе издания. Грызунов в возрасте 72 недель разделили на 2 группы. 29 животных в течение 6 недель получали рацион, обогащенный препаратом, а другая группа получала стандартный корм. Через 6 недель у мышей, употреблявших лекарства, улучшилась функция кровеносных сосудов, уменьшилась жесткость артерий и наблюдались другие положительные изменения в кровеносной системе.